Я просто попробовала прислушаться к своему состоянию до того, как я увидела этот фильм, и после того, как я увидела этот фильм. Ну, наверное, ощущение такое, что когда смотришь, вот тоже ощущение яркости, праздника, которое постепенно оно переходит в такое, ближе к концу уже появляется такое ощущение какого-то просто благоговения, что ли, торжественности перед встречей с таким... каким-то таким очень масштабным действием, от которого просто на самом деле дух захватывает, и ощущение счастья. Вот счастье от встречи с таким фильмом. Счастье от того, что видишь, что происходит. Счастье от того, что чувствуешь это. А если рассматривать все по шагам, то тоже вот самых первых кадров, самых первых нот прямо... Когда начинают ноты, когда я вижу, как ноты идут, падают вниз, такое ощущение, что они вот как звездочки, как созвездия. И когда эти созвездия касаются клавиш, начинают звучать, вообще такое ощущение, что встречаешься просто с каким-то чудом происходящим. Вот этот цвет, который начинает звучать и превращается в звук. И потом вот это вот ощущение все время, что свет звучит. И цвет преображается в звуки, и эти звуки тоже наполняют светом. И вот это вот все так переливается друг в друга, и просто поражает на самом деле масштабностью. Потому что когда видишь на самом деле, сколько всего там задействовано, вот от края и до края, и все это наполнено просто разнообразными светом, разнообразными проявлениями, ты просто аж... Как-то сердце замирает от того, что сколько всего действует для того, чтобы вот это происходило, это явление происходило. Вот. И такое интересное ощущение на самом деле, что когда фильм завершается, ощущение, что вот этот, он дарит вот эту встречу с потоком воплощения мечты. И эта встреча, она и есть. То есть, ну так, она не завершается, что ли, со звучанием мелодии, потому что вот это ощущение счастья, ощущение того, что... ощущение праздника, ощущение цвета, ощущение наполненности, оно просто живет в сердце, такое ощущение, и это... Ну и это и есть мечта сбывается.